Ребят, всем привет! Сегодня мы с супругой опять вырвались на рыбалочку, а в этот раз уже будем пробовать, может быть, там зубатка, корюшка зубатая будет попадать, навашка. Сейчас вот только приехали, идем утро, уже, наверное, где-то, может, 9:30, пока с города выехали, пока добрались. В общем, идем пока. Здесь, ребята, такая красотища, видите, таросики. Вот так море заторошено. Вот так вот саночки, рыбачка моя идет. Давай вперед пойду. Пойду вперед, потому что мало ли, что тут лед. Вон, видите, как под берегом наторосило немножко. На улице не холодно. Сейчас. Где-то сколько мы смотрели? 20, да, там тоже было градусов. Смотри, скользко, аккуратно здесь. Скользко, скользко здесь. Далеко не пойдем. Метров, наверное, 200 отойдем так от берега. Будем пробовать. Тоже проезжали народу столько по побережью. Там в Стародубске везде там, Найба. А мы решили одни, короче, попробовать выйти тут в одном таком таинственном месте. Ну, люди здесь, смотрю, тоже как-то ходили, следы. Лед, конечно, тоже немножко такой неактив, трещины, какие-то росы. Там, смотрю, даже дальше ловушка стоит, как и карабка вроде, на навагу. Подойдем, засниму, покажу вам. Там тоже, смотрю. В общем, посмотрим, что будет клевать. А здесь, ребят, стоит ловушка на навагу. С той стороны не буду я вам снимать. Там написано, что за фирма, бригада какая поставила. Здесь ловушка, там вот дальше. Где-то вот там стоит. Там еще тоже дальше, если присмотреться. Это все на навагу ставят, прямо в море. Вот так вот. Но мы где-то вот сюда вот хотим выйти, на полянку вот сюда вот. Попробовать здесь. Луночки уже засверлили. Пока, ребят, будем без палатки. Попробуем. Здесь моя лунка. Там вот супругина. Попробуем, посмотрим. Палатку пока тоже не ставил. Глянем, вообще будет, не будет рыбка. Погодка вообще благодать. Ни ветра, ничего. Там, ребят, тоже вот двое ходят. Ну, их отсюда навряд ли, наверное, видать. Будет туда аж за торосы ушли. Далеко-далеко двое, бесстрашные. А мы здесь сели перед торосами. Посмотрим. Все, закинули наши удочки. Пробуем. Пока, ребят, тишина. И смотрите, покажу, такая красота вон там. Видите, как обалденно сопки. Под берегом тоже люди сидят. Ну вот, ребят, первая поклевочка у меня, навашка. У меня с одной лунки, а я, кстати, вот две лунки сделал, одну вторую. Там у меня гирлянда, а здесь вот, опять же, такой пелькирог. Сейчас супруге тоже дам блесенку, бойлер. Будем пробовать. В общем, вот так вот, уже начало есть. Смотрите, ребят, какую хорошую только что вытащил. Опять же, работает все пелькирог. Ну вот и супруга разловила свою луночку. Она у меня на бульдер рыбачит. Вот, ребят, тоже такая неплохая, видите, вытащила. Хорошечно. Уже вот три штучки есть. Что-то, ребят, слабенько клюет. Вот я себе в другом месте уже лунки перебурил. Супруги тоже там в другом месте перебурил. Там вот соседи к нам подошли. Ни у кого ничего не клюет. Но мы-то уже здесь одна, там вот. Поймали там, ну, по чуть-чуть. В общем, на сковородочку уже срыбачили, уже не впустую. В общем, вот так вот. Рыбы пока нету. Может, отлив из отлива. Короче, еще немножко подождем, посмотрим. А так обалденно, красотища. Погодка изумительная. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. На две удочки рыбачу. Вот так вот. А я, ребят, сменил очередное место.
Сейчас бойлер запустил, пробую на бойлер. Что-то сегодня вообще слабо, никто ничего не ловит. Мы с супругой так на сковородочку уже поймали на вашке. На мне он там рыбачит. Вот изначально мы вот сюда вот пришли. Там вот соседи. В общем, вот такая вот сегодня рыбалка пока никак. Немножко срыбачили и все. И тишина. Ну что, ребят, хочу сказать. У нас сегодня вот такая вот сковородочная рыбалка. Здесь вот чуть-чуть. И там вот на таборе, вот видите, тоже там парочка лежит. В общем, вот такая вот сегодня у нас сковородочная рыбалочка. Приехали, на сковородку поймали и домой. Рыбы, короче, нету. Не знаю, либо она еще не подошла особо, либо, может, из-за потлива, черт его знает. Короче, вот такие вот результаты. Все, поедем домой. Давайте, ребят, всем пока, до новых встреч.